Сегодня мы проводили секцию. Я был модератором секции «Образовательные и профессиональные стандарты. Состояние проблемы». Тема моего доклада была это применение профессиональных стандартов в образовательной деятельности, проблемы пути решения. Образовательная деятельность в области информационной безопасности или система образования в области информационной безопасности включает в себя около 170 образовательных организаций высшего образования, около 90 образовательных организаций среднего профессионального образования и около 40 выделенных образовательных организаций системы дополнительного профессионального образования. В настоящий момент в высшем образовании в каждый год набирается по контрольным цифрам приема, которые устанавливает Миноборнауки России, более 6 тысяч специалистов, и в области среднего профессионального образования более 1500 специалистов. Объем в настоящий момент в целом достаточен, но определенная нехватка специалистов имеется на предприятиях, организациях, связанных с профилем работы и с формой собственности этих организаций. Как правило, выпускники менее охотно идут в государственные муниципальные органы, где выполняют функции по защите информации. Там, к сожалению, пока меньше платят. И больше идут в коммерческий сектор, в банки. Ну, положительно, что сейчас в большей степени в промышленность, которая сейчас у нас находится в целом на подъеме, и там, ну, соответствующая есть зарплата. В области образования и подготовки кадров вот в нашей области информационной безопасности большую роль играет государство. Как нигде госрегулирование в нашей области ярко выражено. Ежегодно на Совете Безопасности Российской Федерации рассматриваются вопросы состояния и улучшение качества подготовки специалистов в нашей области. В частности, год назад было проведено совещание Совета Безопасности Российской Федерации под руководством президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. И по результатам было принято поручение президента, которое включает целый комплекс мероприятий, направленный на развитие системы подготовки кадров и повышения квалификации, на закрепление молодых специалистов в данной области, на повышение их статуса, на развитие, на формирование центров федеральных в данной области, на улучшение, но на повышение финансирования в целях повышения материально-технической базы, на привлечение молодежи в нашу область. Сейчас, если смотреть результаты единого государственного экзамена, обобщенные, там вот несколько экзаменов, да, есть обобщенные показатели в баллах, школьники, которые поступают на образовательные программы в области информационной безопасности, они набирают наиболее, ну, на эту образовательную, по этой, вот, среди всех образовательных областей мы находимся в лидерах. То занимаем первое, то второе, то третье место. В технических областях мы на первом месте, а если с гуманитарными, то все равно находимся в лидерах. Единственное, что там в каждом вузе по-разному, кто побеждает на первом месте, да, там это ректор устанавливает. А в целом по России мы находимся в лидерах школьников, кто имеет проходной балл усредненный при поступлении на образовательные программы. В нашей области 7 образовательных программ подготовки специалиста, 1 бакалавра, 1 магистра и аспирантура, адъюнктура. Это в системе высшего образования и 3 специальности в системе среднего профессионального образования. Сейчас в связи с принятием 122-го федерального закона
вносятся изменения в организацию подготовки кадров с высшим и средним профессиональным образованием. Это связано с принятием профессиональных стандартов. Система должна перестроиться, и с 2017 года должна обучать специалистов по образовательным стандартам, которые должны учитывать требования профессиональных стандартов. В нашей области сейчас идет разработка 8 профессиональных стандартов в области информационной безопасности. 2 стандарта принято, 5 находятся, ну вот уже на техническая такая доводка их, и будет принято 5 основных профессиональных стандартов, а один стандарт по криптографической защите находится в стадии разработки. Можно с уверенностью сказать, что осенью будет принято 7 профессиональных стандартов, что является основанием для внесения изменений в образовательные стандарты. Чем сейчас активно занимается наше федеральное учебно-методическое объединение и входящие в него вот, около 170 вузов, а также представители работодателей и представители федеральных органов исполнительной власти. Это сложная работа, задача, она должна решиться в кратчайшие сроки, но мы думаем, что мы сумеем эту задачу решить. Вот кратко о том, о чем мы говорили стратегически на нашей секции. Какие еще дополнительные проблемы, задачи стоят? Как оценивать специалистов? То есть сейчас существует оценка со стороны Рособнадзора в виде государственной аккредитации и госконтроля. Государственная аккредитация дает возможность вузам выдавать диплом государственного образца. Ну, как показывает практика, работодатели, как всегда, все работодатели недовольны выпускниками. Это было при советской власти, может быть, еще до этого. Это было вот в новейшей истории. И сейчас, ну, все хотят специалиста, который вот только пришел и мог выполнять все и вся, при этом, возможно, за минимальные средства. Это извечная философская категория. Сейчас она может есть инструментарий для ее некоторого разрешения. Этот инструментарием является вот так называемый профессиональный стандарт. Это совершенно новая такая, новый институт нормативный в деятельности как работодателей, так и учебных заведений. Он серьезно отличается от тех коллекционных справочников, которые были раньше. Если раньше в коллекционном справочнике требование было на одной страничке выражено, ну, может быть, на двух страничках, то теперь этот профессиональный стандарт – это достаточно целый комплекс требований к цельному специалисту, кто выполняет задачи в том или ином виде деятельности. Он включает в себя и обобщенные трудовые функции, которые трансформируются на трудовые функции. Те трансформируются на трудовые действия для выполнения этой функции конкретные. И под каждое действие или совокупность действий разрабатываются знания и умения. При этом устанавливается перечень должностей, устанавливаются требования к образованию. То есть этот комплекс документов, с одной стороны, будет давать толчок к развитию экономики. Каждый должен заниматься на своем месте тому, чему он обучен, что он умеет делать. А образованию – это вектор, чтобы образование готовило людей именно для выполнения вот этих обязанностей, своих должностей. Потому что сейчас в системе только 30% выпускников, вот многие данные, где 30, где 25, где 40, работают по специальности. И дальнейшее
Внедрение профессионального стандарта позволит довести этот показатель через определенные годы, через 5, там, до 50. Ну а в конце идеал, ну, чтобы ну, хотя бы 70%, это уже большая цифра, выпускники учебных заведений работали по своему предназначению. Чтобы, с одной стороны, экономить деньги, а с другой стороны, чтобы качество образования работало на экономику. Если посмотреть трудоустройство выпускников и формирование практических навыков, умений выпускников, чтобы они отвечали максимально требованиям работодателей и комфортно себя чувствовали на рынке после выпуска. Ну, я скажу, в этом отношении уже разработана достаточная нормативно-правовая база. Министерством образования и науки разработан целый комплекс приказов, усиливающих и стимулирующих образовательные организации, даже заставляющих их увеличивать практикоориентированную составляющую подготовки студентов. Что делается в нашей области? Ну, мы изначально, ведя работу с образовательными организациями, ставим конечной целью, чтобы наши выпускники работали по специальности. Почему? Выпускник по информационной безопасности имеет двойную подготовку. С одной стороны, он защитник, но с другой стороны, он знает и направление где-то нападения, потому что он защищает, он знает, как нападают. Поэтому специалист наш должен работать адресно тех организаций, кто конкретно защищают информацию. Государственные структуры, банки, пусть в коммерческом секторе. Он несет, с одной стороны, ответственность за свои знания. И мы несем ответственность за него. Потому что часто бывает, нас везде критикуют в мире, что вот хакеры России. Мы хакеров не готовим. Мы готовим защитников информации. Вот это первое. Поэтому нам очень важно, чтобы они работали по предназначению. Какие пути связи с практикой? Они заключаются в том, что во многих наших образовательных организациях сформированы базовые кафедры на практиках. И начиная со второго курса, с третьего, они уже работают на предприятиях, вот на этой базовой кафедре, и реально получают практические навыки. То есть параллельно с теоретическим обучением отрабатывают свои практические умения. Это один из путей. Второй путь – это что практики участвуют в образовательном процессе. В стандартах предусмотрен определенный процент участия практиков, руководителей в учебном процессе. Они участвуют у нас в течение лекций, в большей степени проведения практических занятий во всех наших вузах страны, участвуют в процедуре итоговой государственной аттестации. При этом важным направлением является это прохождение практик студентов на предприятиях. Мы требуем, и записано в наших учебно-методических документах, что эти организации, предприятия должны быть профильные. Они должны заниматься той профессиональной деятельностью, которая соответствует профилю выпускника. То есть заниматься информационной безопасностью не смежно, а профильно, чтобы там были отделы по защите информации, чтобы там был весь производственный цикл разработки средств защиты, эксплуатации, применения. Не одно там какое-то либо средство, а целый комплекс. И при этом связанных по направлениям информационной безопасности, связанных с технической защитой информации, с программно-аппаратной, с криптографической, с нормативной, чтобы выпускник мог освоить все стадии жизненного цикла своей будущей профессии. Ну и мы в системе нашего федерального учебно-методического объединения разработали форму отзыва на выпускника. Такой документ, он нормативно не предусмотрен в системе Министерства образования и науки, но Росопнадзор
просит, что предоставили рекламации и какие-то другие документы, которые показывают его трудоустройство и как он работает. Мы такую форму сделали, связали ее с профессиональными стандартами, с образовательным стандартом. Провели оптимизацию позиций, чтобы он был удобен и для работодателей, и был удобен для образовательной организации, чтобы она смогла оценить по основным параметрам, какова оценка его с практикой, а также внести изменения в образовательный процесс и оценить в том числе деятельность своих кафедр. Вот мы сейчас мы в экспериментальном порядке внедряем его в нашу образовательную организацию и думаем, что это будет дополнительный инструмент для оценки, для контроля, и для дальнейшего повышения качества подготовки кадров. Как повысить качество преподавательского состава? Это тоже извечная проблема, она решается системно на уровне государства. Это достижение зарплаты преподавателей на уровне средней по региону промышленности. Это большой комплекс мероприятий, и спасибо, что руководство страны жестко отслеживает и продвигает данные требования, и оно уже работает. Уже средняя зарплата она повысилась. Конечно, если смотреть реально, проблемы есть. Так. Есть формальный подход, как отчитаться, есть реальный подход. Но все равно она повышается. Второй момент. Есть система научных грантов. Есть система участия в проектах. И поэтому вот этот вектор, он дает возможность инициативным преподавателям, творческим преподавателям себя реализовать. Не где-то на стороне, набирая часы или уйдя. А сейчас есть возможность преподавателю, если он нацелен на науку, на творчество. То есть это квалифицированный преподаватель, Он может поднять свой жизненный уровень путем реализации грантов. А если он при реализации грантов привлекает и студентов, это вообще золотое сечение. Тогда и студенты уже видят, что можно своим трудом, своими мозгами заработать деньги, с одной стороны. А самое главное, многие сейчас студенты тоже меняются. Есть студент, который сама работа интересна. Сама реализация своего творческого потенциала в этом его молодость так захватывает, что где-то деньги иногда уходят и на второй момент, хотя, к сожалению, от них не уйти. И эта реализация творчества, она заложена и в поручениях президента, и есть в соответствии с указом гранты творческой молодежи. Целый комплекс мероприятий проводится для развития для реализации студентов в различном виде интеллектуальных соревнований. В частности, в информационной безопасности мы проводим ряд конкурсов, ряд соревнований, которые направлены на повышение качества подготовки студентов, с одной стороны, на повышение их мотивации, чтобы они остались в образовании. Это Всероссийские олимпиады студенческие, в СПО и высшем образовании. Ежегодно проводятся, имеют большой эффект реализации. Дальше конкурс студенческих работ, который проводит наше учебно-методическое объединение. Это мы сейчас выходим на новую форму соревнований вместе с МИРА, с Кузовым Станиславом Алексеевичем, ректором, он является инициатором этого, Лосем Владимиром Павловичем, на такой вид соревнования, как кибербиатлон. Это новая форма, интересная. Мы рассчитываем, что привлечем сюда студентов. Это CTF. Российской интерпретации. Это конкурс профессионального мастерства
молодых профессионалах в рамках среднего профессионального образования. То есть есть целый спектр вот таких направлений, чтобы поднять мотивацию студентов, с одной стороны, ну и мотивацию преподавателей как научных руководителей. Поэтому движение вперед есть эффект. И я скажу, что студенты после выпуска, ну, не в большом количестве, конечно, но пошла тенденция оставления их в качестве выбора профессии. Это выбор профессии преподавателя. Мы над этим работаем, потому что не будет молодых толковых преподавателей в нашей области. Именно молодые нужны, потому что отрасль динамичная, постоянно все меняется. Ну и, к сожалению, так получается, что молодые, конечно, должны являться вот таким движителем под мудрым руководством маститых преподавателей. Движение пошло, студенты остаются. Будем работать над этим. Наше федеральное учебно-методическое объединение оказывает помощь базовым вузам в области информационной безопасности. Это в том числе Институту криптографии и связи информатики. Мы работаем совместно с Академией криптографии Российской Федерации. А в результате этой работы мы на данный момент имеем 4 олимпиады, которые вошли в перечень олимпиад Министерства образования и науки, по результатам которых присваиваются, или результаты которых учитываются при поступлении студентов на те или иные образовательные программы. Это олимпиады первого, второго уровня, результаты которых ректоры могут учитывать как 100 баллов по ЕГЭ или сразу принять. Ну, то есть это те олимпиады, которые дают льготы при поступлении. Это олимпиады, связанные с информационной безопасностью, с компьютерной безопасностью, с математикой, криптографией, информатикой, физикой. И держать 4 олимпиады – это уже большой показатель. Это уже много лет мы находимся держателями этих олимпиад. Это дорогого стоит, и не каждое учебное заведение, не каждое ОМО может похвастаться. А в предварительных турах и в заключительных турах ежегодно участвуют около 8 тысяч школьников. Поэтому данные этих олимпиадах, они находятся на сайтах. Можно войти на федеральный сайт вот этих школьных олимпиад. Там есть ссылка, связанная с информационной безопасностью. Эти олимпиады позволяют вот нам поддерживать средний ЕГЭ при поступлении на таком высоком уровне, что мы находимся в лидерах среди всех образовательных областей. Поэтому это большая заслуга преподавателей, большая заслуга всего нашего образовательного сообщества, потому что он проводится где-то около 40 городов Российской Федерации, участвуют в этих олимпиадах. Вот сейчас новая олимпиада, или как бы сказать, она модернизирована, которая проводится по укрупненной группе специальностей информационная безопасность, что дает право поступать, ректор имеет право по результатам победителям и призерам зачесть право поступить на любую образовательную программу в области информационной безопасности, будь то бакалавриат, будь то любой специалитет. Поэтому школьникам я посоветую смотреть эти сайты, выбирать эти 4 олимпиады, участвовать, потому что информационная безопасность – это важное направление с учетом современных угроз. Это перспективные направления, развивающие великолепно мозги, дающие великолепную специальность, интересную, наукоемкую, престижную для государства, для себя. Поэтому я призываю школьников и школьниц поступать на образовательные программы в области информационной безопасности. Это будущее.